Добрый день, уважаемые подписчики, гости канала «Наша жизнь». Сегодня настало время, когда нам пора уже высаживать георгины. На некоторых георгинах уже даже появились бутоны, поэтому составлять их дома уже нет никакого смысла. Тем более, что сейчас начало мая, температура становилась достаточно хорошая, теплая. Итак, что мы делаем? Мы копаем яму на уже вспаханной земле. То есть земля сейчас достаточно рыхлая. Сажать георгин мы должны с сохранением того земляного кома, в котором он у нас есть. Но ямки устилаем песком. Добавляем туда золы. И вот в этот самую ямку, видите, да, извлекаю, вот даже у нас корешки видны, как они у нас образовались. Убираем вот этот нижний поддон аккуратно, весь ком у нас в корнях, и погружаем в лунку. Поливаем. Так, чтобы у нас полностью увлажнился наш георгин. И когда водичка чуть-чуть у нас подопустится, присыпаем землей. Обращайте внимание на то, что я сажаю уже в несолнечное время, для того, чтобы наш георгин все-таки лучше прижился. В любом случае для него сейчас это стресс. И видите, что корешок я чуть-чуть все-таки подприсыпала землей и оставляю наш указатель с сортом. Я буду сажать рядом георгины одного сорта для того, чтобы потом видеть, как они развиваются. Даже вот этот горшочек, который так и не дал всходов, я тоже посажу. И потом мы посмотрим, что с ним произойдет. Итак, вот они, посаженные георгины. Причем я посадила, как я вам уже сказала, и георгины, которые проросли с номером. И вот здесь вот вы видите, название есть, а георгинчика нету. Рядышком вот он. То есть как раз те клубни, которые не проросли. Вот здесь вот тоже у нас свободные. Посмотрите, у нас был один георгин мини. Сейчас я его уже высаживаю с бутоном. Так что будем ждать скорого цветения. Единственное, вот один георгин меня беспокоит. Он, видимо, перерос, поэтому через пару дней я, вероятно, сделаю ему опору для того, чтобы он у меня не сломался. Ну а пока все. Будем ждать цветения. До новых встреч!